Привет всем, это исследователь. Сегодня небольшой обзор элитных мандаринов. Продаются мандарины в ленте что 50, от 50 до 100 рублей, ну до 80 стоят зимой. Египетские, по-моему, нормальные, но у них там косточек много, не знаю, с чем это связано. А есть вот такие. Они... Видите, такие идеально ровные, или они их так обмазали, прям блестящие, но небольшие. Это марокканские, как я понимаю. Такие все более-менее спелые. Ну, здесь вот есть немножко же зеленая, наверное, все-таки, когда здесь зима, там зимы нет, но все-таки они немножко не дозревают. Стоят они, ну, дофигища, там что-то стоили... В развес 180, а в коробочке там под 200 рублей. Может быть, даже дороже, 200-250 рублей. В общем, цена здоровая для них. Такие вот ровненькие. Здесь уже, видите, немножко бок ударился. Ну, тогда его и вскроем, посмотрим, что внутри. Я уже один скрыл. А, вот сразу вам покажу. Смотрите. Какая тонкая кожура. Она не высохшая, она тонкая. То есть здесь как бы весь мандарин. Кожура тонкая. Действительно элитный. Ну, к чему я это все показываю? К тому, что все же не стеживают. Ну, я купил 3 штуки там по 10 рублей мандарин. Получился 30 рублей. Так я, естественно, не могу такие покупать все время. Ну, что доступно паразитам всяким государству, всякие, кто от государства, они это могут бесконечно есть. Вот такие вот, вот такое внутри. Семечки я вообще не вижу, видите? Ну, отлично, отличный. Немножко кисловатый, по-моему, как я помню. Предыдущий пробовал. Где-нибудь в дорогих магазинах, наверное, такие продают еще дороже. Купцов там все жалуются, что витаминов нет. Ну вот, витамины-то можно было бы купить. Но просто от бедноты тут получается люди-то без витаминов остаются. Ну, вот такой вот обзор. А, так, надо попробовать хоть. Да, отличный. Немножко кисловатый, но так отличный. Всем пока.